Здравствуйте. Еще раз. Да, очень рада, что мы все собрались. Давайте начнем. Значит, первым номером у нас выступит наша самая смелая Дашенька. Прошу тебя, давайте похлопаем ей. Пожалуйста, посаживайся. Thank you.
я буду рядом, так дальше. А можно без нот? А, без нот, пожалуйста. Конечно, без нот. Даже все лучше. Не, все в порядке, ребят. У нас будет и так играть. Котенчик, а как? Посмотри, посмотри,
так у нас, так, да, вот так. Молодцы какие.
теперь нам Ася сыграет, потому что, девочки, вам придется сюда пересесть. Ася сыграет на этом пианино. Давайте пойдем сюда. Давай, садись, как тебе удобно. Сейчас дядя Сережа нас будет. Ася сыграет вальс. Сейчас, подожди, да. Thank you.
Россию. Да. Ну, думаю, очень многим будет интересно посмотреть, как играется Щедрик тот же самый, только с нотами уже настоящими на этой программе. Ну вот, где настоящие ноты и все такое, то есть настоящий нотный стал. А зачем? Ну, интересно, может быть, надо. Ну, хорошо. Покажи, немножко, я немножко не поняла, что ты. Нет, когда ты играешь, когда ты смотришь на ноты, то есть вот самый последний уровень, самый высокий. Да зачем? Вот Лена только что покатал, сам последний высокий. Нет, нет, на программе нет. Когда нотный стан показывается, и нотки зажигаются, знаешь, там зелененьким. Ну вот этот шестой номер. Шестой. Номер шесть. Дело в том, что я бы показала этот Щедрик, давайте... Ну вот, зачем? Ну хорошо, сейчас. Просто дело в том, что он там зашел, ну, не можно, наверное. Можно не Щедрик, любой другой. Сейчас, она сама отключилась. А, ну сейчас, хорошо. В смысле, как это... А следующий? В смысле на сложный? Потом мы можем переключить на без картинок. Зависло, да. Не хочется она работать. Ну сейчас, ребята, сейчас. Я могу так показать. Вот, потом мы убираем картинки. Потом мы переворачиваем нотный стан и добавляем опять картинки для поддержки. Не играет, да? Потом мы картинки убираем. Угу. Потом у нас обычный нотный стан, только увеличенный. И в конечном итоге мы играем уже по обычным нотам. Так, сейчас ну, а я все показала. Ну, вот на этом наш концерт окончен. Я всех благодарю. А? Мы забыли. Ой, Катенька, прости, пожалуйста. У нас Катя еще на флейте, она сыграет сейчас в Уверенно. И Даша сыграет. У меня тоже есть. А, я хочу сыграть полную воду к радости. Хорошо, сейчас нам Катя сыграет колыбельную бурю Чайковскую на флейте. Ты садись, хорошо. Это я одна из Thank you.
очень спасибо. Быстро любого. Сейчас мы ее включим. Спасибо всем огромное. А что, может быть, правда, кто-то хочет попробовать? Да, да, пожалуйста, если кто-то хочет попробовать, то мы это Little Lamb. Сейчас я запущу. Поздравляю всем, кто может, все, у кого есть время, остаться попить чаю. Хорошо. А кому надо убегать, тому убегать. Спасибо огромное. Я тоже давайте чаю. Ну, может, он тебе Сереж поговорит, как играть. Сергей, попробуй. Да, слово какое-то. Ну, сейчас я вот покажите. Я тоже скажу, сейчас. Да, найди какой-нибудь Head a Little Lamb. Не сможете? У нас, видишь, она ключ. О, смотри. Не очень. Может быть, из-за того, что он теряет связь.